Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас мы будем продолжать прокачивать наших покемонов. Словили мы Шайни Арона, да? Вот то, что там у нас покемон-босс есть, но капут, туда еще добраться нужно. Вот там горы пошли, что-то опять через горы перебираться. Также нет желания опять через эти... Нереально, ух, ни хрена себе тут красиво-то как. А, нет, он уже, в принципе, пропал. Да фиг его знает, куда лучше. Давайте, короче, ладно, давайте перебежим быстренько, попытаемся быстренько перетнуть этот лес. Хрен его знает, какой он там длинный будет, не длинный, ну в смысле большой, как будет. Дайте мне уже пустыню, да и все. Хрен, фиг его, если честно, даже не знаю, кого мы там можем словить. Тропинча я пока что не хочу словить. Ох, ни хрена себе напугал. А может... Так, сейчас давайте отсюда. Вот того крокодильчика маленького словим. Если мы его, в принципе... Да, в принципе, найдем. Он не такой уж редкий. Сейчас давайте по деревьям. Маугли, Тарзан. Ну, конечно, это не джунгли, но все же. По обычным деревьям попрыгаем. Так, отлично. Перепрыгали. О, тут у нас продолжение. Туда, я не знаю, допрыгнем ли мы. Допрыгнули. Отлично, давайте дальше. Да ну нафиг, еще один шайни, ребята. Я не знаю, вы уже можете думать, я какой-то читер, но хотя, в принципе, какой-то нафиг читер. То, что это уже капут. Сколько тут этих шайни спавнится? Вот тут, давайте вот тут, в принципе, так покопаем. Если только Кирка, хвати, пожалуйста, нам. Хватит докопаться до того чудика. Только не Диглет. Пожалуйста. Только не Диглет и только не Арн. Они уже у нас есть. Пожалуйста. И хвати, Кирка. Пожалуйста. Нет. Это опять вот эти. Ну кто же еще может заспавниться? Только они. Так. Сейчас, секундочку. Давайте сюда поставим. Просто куча гравия и... Я бы, конечно, все это раскопал, но просто то, что тут нереально гравия, и не факт, что тут будет фосил. Конечно, нужно бы это все проверить, но то, что быстрее Кирка поломается, чем мы это все раскопаем. Так, в принципе, раз мы уже так попали в шахту, да? Раз мы уже так попали в шахту, то давайте хотя бы пробежимся туда-сюда и посмотрим, что тут может быть. Вдруг действительно... Ух, ни хрена себе шахточка. Вдруг действительно может какой-то фосил да попадется, хрен его знает. Мы в шахте, в принципе, даже не было такого, что мы в шахте на какое-то нереально большое время задерживались. В принципе, может, и алтарь найдем, хрен его знает. Опа, так. О, да, туда бы нужно тоже. Ни хрена себе цветочек тут растет. Нужно бы. Куда-то хотя бы вот сюда пойти. Тут у нас чё? А тут у нас нифига. В принципе, даже то, что мы сможем, найти алмазы. Алмазы, в принципе, тоже как-никак, алмазы всегда нужны, можно и так сказать. Так, то, что, в принципе, больше тут нифига больше нету. Шахта какая-то такая вот. Это какая высота? Это вообще 11-я. Хрен его знает, как мы сейчас отсюда будем возвращаться, как мы отсюда будем выбираться. Ай-ай-ай, главное не упасть. Давайте как-то... Хрен его знает. Давайте вот так. Так. Как-то попытаемся отсюда выбраться, найти какую-то... О, вот, отлично, выход есть. Там, в принципе, тоже что-то есть, да, и там что-то... О, я там гравий видел. Нет, это я что-то... Не там видел. Дуктрио, опять...
Давайте куда-то в эту сторону побежим, ребята. Фиг его знает, что мы тут можем найти. Это мы, да, мы походу полукруг такой сделали. И нифига тут больше и нету. Давайте. О! Ну там я тоже нифига не вижу. Ну, в принципе, на такой высоте и спамнится. Так, это нам не нужно. И спамнится фосил, да, но чтобы его найти, тут тупиков куча вот в этой шахте. Нет, просто, ребят, то, что мы в шахте бегаем, фиг его знает, то, что можно действительно фосил найти, а не говорю, что если бы мы нашли фосил, то он бы был лишним, да? Фосил лишним не бывает, можно и так сказать. Охренеть. То, что кирка поломалась, это не очень. Капут. Нужно идти или домой, или фиг его знает. А, я уже не знаю, куда мы можем пойти тут дальше. Тут, если сейчас через это все пробираться, это капут. Ну, хотя, если вот так быстренько как-то. Если, конечно, нам хватит. Оп! Главное не упасть. Нету тут фосила. Нету, ладно, не будем мы тут задерживаться. Главное нам сейчас как-то выбраться отсюда. Давайте как-то, какая-то высота. Минус 540, 250. Давайте тогда так. Минус 540, 75, 250. Отлично, отлично, вообще офигенно, ты пехнулись. Так. Капут, кирки нету. Может, давайте быстренько домой сбегаем. Как раз у нас тут координаты есть. Быстренько сбегаем. Ну, но сначала. Хотя, в принципе, пока что нам кирка не очень нужна, поэтому не будем бежать. Хотя, как не нужна. Если, например, какой-то шайни будет в земле или какой-то покемон босс будет в земле, а нам нужно будет к нему добраться, то, конечно же, пригодится. Так, сейчас. Ну ладно, давай ты. Где ты? А, вот. Ну вот. Давай. Давай. И еще раз. Отлично. Heavy ball. Опять ночь. А, капут. Ну, не ночь, сейчас уже будет. Так. Нужно просто, мне так кажется, найти какого-то какого-то летающего покемона, чтобы и быстрее перебираться. Ух, ни хрена себе, там еще один покемон. Покецентр, ребята. Офигеть. Да ты ж. Было бы офигенно, если бы в них были кровати. Это было бы вообще охрененно. Охренеть. С Манчелкса выпал арбуз? Ну ладно, пускай будет. Арбуз так арбуз. О, назад. Вот сюда мы побежим. Друг. Ух, ни хрена себе, Спиров маленький. Ультрабол. Охренеть, я даже думаю, в него мы... А, отлично, попали. Ну, если словится, не будем мы на него тоже очень много тратить. Нет, не словился. Да, не словился. Ну да ладно. Просто для того, чтобы хотя бы он был, чтобы можно было летать на нем. Сейчас, если... Ну вот, видите, этот под землей, в принципе, он уже пропал. Ну ладно. Пропал так пропал. Да если бы был он там, не пропадал, то нам бы нужна бы была кирка, да, чтобы к нему добраться. Давайте пойдем в покецентр, в принципе нет смысла, но что мы там делать будем, нифига. Так, на карте пока что никого не вижу. Но покецентр такой большой, ну, в принципе, обычный, можно сказать. Фух, покецентр.
Охренеть, этот звук, ребят. Я не знаю, слышите ли вы это, как вот эти машины шумят, гудят. Так, ну, в принципе, нифига тут больше нету. Охренеть, гриб растет на дереве. Ладно. Машины какие-то не так положены. Лампы, лампы. О, покемон босик. Давай так, где он? Он вот тут сзади был, да, вот этого. Побежим мы тогда вот тоже туда. Да, он там еще. Не, ну вот просто здесь тут леса, вот эти леса. Не, давайте к этому бежать, к этому быстрее, мы думаю, прибежим, чем к тому, что сзади нас заспавнился. Если он, конечно, не в земле. Да твою ж пропал. А! Ладно, ладно, ладно. Ну смотрите просто, капут, сколько мы уже тут этого леса пробежали, сдуреть можно. Сдуреть можно, сколько мы уже вот этого леса пробежали, чуть ни хрена не нашли, только еще один лес нашли, а за этим лесом еще один лес, а за тем лесом еще один лес. Охренеть. О, я сейчас дерев... У меня аж мурашки по коже пробежали. У меня аж мурашки по коже пробежали, ребята. Я так напугался, это... Охренеть, это... Да кто это гад? Иди в жопу. Я не знаю, но я так напугал, что это сдуреть можно было. Когда вот так кто-то этим смехом... Это еще и ночь зна... Вот опять этот дебил тут. У меня аж мурашки по коже, ребята. Охренеть. Опять, иди в жопу. Это не хоррор, это же Майнкрафт. Не, ну просто знаете, такое, ты бежишь по лесу, ночью, одни деревья, все темно, у тебя в руке факел, и ты бежишь, 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 и это же Майнкрафт, да, тут это все так миленько, пиксельмончики, покемоны, да, бежишь такой, бежишь, и кто-то таким смехом каким-то с хоррора, ну, ладно, не с хоррора, но каким-то таким смехом смеется, и я такой остановился сначала, просто нереально не понял, что вообще произошло, а потом мурашки так по коже пробежали, что я чуть не охренел. До сих пор немного есть. Я не знаю, ребят, почему, но я чуть не нереально так напугался, что хрен его знает. В принципе, я еще и ночью, да, сейчас играю, темно, и то, что я вообще как бы и ночью, и ночь в Майнкрафте, да, это вообще капут. Напугался. Фу, ладно. Так. Ни хрена, ни пустыни. Да, даже то, не то, что не пустыни, а то, что, ребят, даже джунгли мы не нашли. Хоть тут и нереально вот эти большие всякие леса, равнины, и опять леса, и опять равнины, и опять вот это все. То, что мы даже джунгли не нашли. Офигеть! То есть вот эти все леса новые, да, с новых биом. Но то, что даже джунглей нету, то, что даже вообще фиг его знает. Ни джунглей, ни той же пустыни. Да не той. А, ладно. Так, давай. Давай. Что там выпало? Алюминиум Хаммер. Что еще там выпало? Покебол. Так, давайте выкинем, что нам, в принципе, нафиг не нужно. Куча орба. Вот это. Это. Energy Ball. Так, в принципе, нормально. Ну, да, давайте опять вот сюда бежим. Будем бежать вот так прямо, пока хотя бы какую-то новую биом не найдем. Джиглипуфов куча. Лампинт опять. Джиглипаф, да. Опять еще один. Одна, точнее. Даже зимний лес мы, ребят, не нашли. Хоть тут и везде леса, но то, что обычные леса, как бы, и опять горы идут. То, что мы даже... Зоруарк. Так, ну, было бы Зоруа, может быть, еще словили. То, что мы даже леса зимние не нашли, ребят, что это за карта?
Вот смотрите, сколько уже просто-напросто карты открыты. У нас тут равнина, у нас тут обычные леса, у нас тут опять равнина, у нас тут горы, у нас тут вот эти леса как бы ель, да, но без снега. У нас вот этот новый лес с грибами, у нас болото и у нас тут океан. Все. Ни джунглей, ни пустыни, ни зимние биомы. Вообще нифига. Зато мы еще одного шайни, ребята, нашли. Охренеть. Вот, вот что-то столько вот этих шайни. Если по пути у нас будет босс, то мы еще попытаемся хотя бы убить босса. Но вот, походу, нет. А, нет, вот он, отлично. Мы еще его убьем. Так, куда это все выпало? Это вот в воду, да, выпало? Что бы нам выкинуть? Вот сюда. Что бы нам выкинуть еще? Быстренько. Так. Шайни, кто там? Шайни. Пропал на шайне. Он, походу, в земле был, потому что я никого там не видел. Кто там мог быть шайни? Был там кадабра, но он, походу, он не шайни был. Я так думаю. Ну да ладно. Это, походу, опять... Ну, в принципе, то, что я действительно, ребят, говорю, что... Действительно, я не видел, что чтобы там был какой-то покемон. То, что он, походу, опять в земле был. А если он был в земле, то это опять или там Дуктрио, или Диглет, или фиг его знает. Так, ну вот сейчас действительно нам уже нужно идти домой, потому что куча у нас тут всего, что... я уже не знаю, что даже выкидывать. Офигеть, действительно уже просто куча всего. Вот это давайте выкинем. Ладно, ребята, бежим мы домой. О, еще один боссик. Как раз ожидал нас тут возле нашего дома. Кто это? Так, давайте вот тебя мы убьем. Gold Nugget. А, не тебе. Ладно. Так, вот сейчас мы тебя убьем. Так. И еще раз. Отлично. Офигеть, куча уже покеболов. Что выкидывать, я вообще, ребят, не знаю. Давайте вот так. И вот тут у нас еще есть, а что тут выкинуть тоже фиг его знает. Давайте. Что бы выкинуть. Так. Еще один покемон босс. Ладно, давайте быстренько побежим домой. И хотя бы все вот это поскладываем в сундуки. Капут, сколько уже вещей всяких. Фу, ну что, давайте. Вот тут у нас шапочки. Вот это. Это. И вот это. Вроде все. Так, там у нас ничего лишнего нету. Так, и вот тут это. И, в принципе, вот это все. Охренеть, сколько тут всякого. Вот так, отлично. Ху, вроде все. Вот то, что... Вот, кирку. Кирку нам нужно сделать, потому что это уже почти... Да, почти что. Это уже давно у нас поломалось. Ху. Сейчас, в принципе, можно куда-то в другую сторону побежать, потому что кучу мы уже тут всего обижали, но так и ни хрена не нашли. Там пустыню или еще что-то. В принципе, ребята, я так думаю, давайте на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.